сорт яблони Ремо немецкой селекции на 4 сентября 2022 года. Это позднелетний и раннеосенний сорт. Один из лучших сортов для производства сока, а также виноделия. Дает непревзойденный по качеству сок. Можно использовать и других, на других целях, но для этих целей это номер один. Сорт устойчивый к заболеваниям, зимостойкий, чрезвычайно урожайный. Это маточное дерево дает небольшой урожай. Мы ограничиваем урожай обрезкой на черенки, на прирост. Это маточное дерево. Это прирост. Это второе дерево. Вот такой интересной формы. Удлиненно-граненной.